Всем привет, моя зеленая панда, с вами Flutter Green, и сегодня мы будем делать реакцию на реформу образования. Собственно, я очень сильно облажался, когда сделал реакцию на другую часть, а именно королевская драма. Суть в том, что я не знал, что это один и тот же, мать его, комикс, поэтому это первая часть, а вторая это, собственно, королевская драма. Так что давайте-ка смотрим реформу образования. Я даже вот, когда закончится ролик, будет конечная заставка, где я специально вставлю вам ролик с королевской драмой, чтобы вы так подряд смотрели. Ваше Величество, бюджет Эквестрии на образование на этот год. Спасибо, малыш. Бюджет департамента образования Эквестрии за последние два года вырос почти в 4 раза. Даже сумма так? По состоянию на 2018 год составляет 10 миллионов. Дорогой, что случилось? Что-то многовато. Ой, прости меня за это, малыш. О боже, Томми, ты в порядке? Мне казалось, что меня душат два гигантских зефира. Я думаю, что есть решение этой проблемы. Значит ли, что это меня не накажут? Нет! Сегодня ты будешь спать в собачьей будке! Кстати говоря, мне рассказали, что означает вот это вот плавное перемещение к Твайлайт, Селесте и Луне, то, что вот этот вот женский персонаж, которого нам показывают, это то, чем является вот этот вот персонаж, который приближенно похож на Твайлайт. А этот мужской персонаж, это как бы соединение всех мужских персонажей, там, которых нам показывали во второй части. То есть мне это все объяснили, спасибо за это. Спасибо, что хоть не спойлерили, а просто рассказали, что это. Несколько дней спустя. Не могу поверить, что королева потребовала моего присутствия. Наверняка это что-то важное. Да, мне самой любопытно, зачем нас сюда послали? Я просто надеюсь, что это не касается безопасности Эквестрии. Не дай бог, что-то пошло не так. Любезные коллеги, мы также можем быть здесь, чтобы получить награду или медаль. Как видите, мои маленькие пони, наш бюджет на этот год слишком велик. Поэтому мы должны сократить его. Что с нами происходит? Я не могу пошевелиться! Пожалуйста, скажи мне, что это одно из твоих заклинаний, Трикси. Это не дело рук Трикси, дорогая Харшвини. На? Почему именно попу должны... Вот, извиняюсь. Может быть, кому-то не нравится слово жопа. В общем-то, что... Почему именно ее с самого начала нам решили показать? О, милая Галаксия, я не чувствую своих ног. Что с нами происходит? Я знаю, что мои тренировки до добра не доведут. Но в последний раз, когда я проверяла, я похудела, а не набрала вес. Это сработало. Даже так? О, милая Галаксия, как он вообще может быть таким большим? О нет, неужели это случится и с нами? Видимо, да. Это обязательно было. Из всех кобыл в Эквестрии я должна была застрять именно с тобой. Легко ли земной кобылы пони? Единственная задача которой судить других.
По крайней мере, у меня есть профессиональный талант. А что умеешь делать ты, кроме неудачных трюков? Ну, по крайней мере, мои трюки самодостаточные, а не какой-то там стажер из Манхэттена. Мои слова! Мои чувства! Мы не знаем, что сказать. Прикольно выглядит. Ради любви галактии, пожалуйста, перестань трястись. Мы не можем думать, если ты постоянно двигаешься. Это происходит снова. О, милая Спиди, я чувствую такое оцепенение. Чего? Еще раз? Да вы рафлируете. Да. Подождите, почему мы так радуемся этому? Мне больше интересует, зачем это все. Я там понимаю, если бы 2 в одну. Но 4 в одну. Знаете, я рада, что из всех пони сливаюсь именно с вами. Это чувство взаимно, дорогая. Так что давай обнимемся в последний раз. Искренний ученый. Приветствую вас обоих, ваше величество. Позвольте представиться. Меня зовут Санс Кулер, принцесса образования и сегодняшнего дня частный наставник королевской семьи. Я завещаю себя Эквестрии и хотела бы быть вашей подругой, если это устраивает ваше величество. Что ж, тогда я могу поприветствовать вас в королевской семье, принцесса. И да, я была бы очень рада, если бы вы стали моей подругой. Спасибо, Галаксия, за это. Но что именно сейчас я могу сделать? Вот идея. Не хотите ли вы стать частным репетитором для моего дорогого Тони? Пока нет никакой домашней работы. Конечно же, жесть. Тупо из-за стоимости обучения она взяла, соединила всех учителей вместе, чтобы деньги, которые они платят, не уходило стольким учителям. Кто так делает? Кто? Реформа образования называется. Реформа. Конечно, я с удовольствием получу малыша. Ни за что. А теперь давай начнем с древней истории Эквестрии. Прозвучало здорово. Вот такой вот конец этой части. И... Блин, это жесть, конечно. Взяли, просто соединили всех. Просто комик со слиянием, можно так сказать. Ну, в любом случае, я оставляю конечную заставку вам, ребят. Переходите сразу на другой ролик, если вы его еще не видели. И будете теперь смотреть подряд, потому что есть еще одна часть, которая называется «Томми находит дом», а следующая «Стражи и кошмары». То есть это две части этого же самого комикса, которые идут после королевской драмы. Так что будем надеяться, что вы поняли, почему я так вот неправильно сделал. Я не виноват. Я просто не увидел, что там нету по частям, потому что здесь нету надписи, что это первая часть, нету надписи, что это вторая часть. То есть тяжело было понять изначально. Ладно, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. С вами был Flutter Green. Всем удачи и всем пока-пока.